Добрейшего дня, меня зовут Максим. Сегодня у нас в Омахе Масленица, как у всех, последний день. Поэтому приехал на свою любимую заправку. Называется она Мега Север. Это так называемая русская заправка. Она работает круглосуточно. Здесь можно приехать в любое время суток, дня и ночи, купить алкоголь, пиво, а также русские продукты. Я специально для Масленицы купил, хочу вам показать, чтобы все было по-настоящему. Вот такая вот баночка красной корочки. Блинов уже наделали, стоит $11.29. Вот у нас черная корка. Стоит $16.49. Немножко подорожало. Буквально пару месяцев назад стоило порядка $14. Натуральная черная корка. Вот это у нас шпроты. В масле 2.49 рижские. Тоже к блинчикам пойдут. Купил еще себе сегодня селедочки вот такой нарезанной. $3.89. Ну и солененьких огурчиков, что-то по ним соскучился. Черный хлеб покупать не стал, потому что у нас очень много блинов напечено. Вот. Вот у нас огурчики. 3.29. Соленые уже готовые. Вот. Тем, кто переживает, рефлексирует по поводу отсутствия русских продуктов, хочу вас успокоить. На этой заправке регулярно есть и колбаса, и шоколад разных сортов, и боржоми, и нарзан, и когор, и разные другие грузинские, молдавские разные вина есть. Даже российского разлива есть шампанское, разные вкусняки, квас, практически весь ассортимент, к которому мы привыкли, пельмени. То есть вот так. Самое главное, это работа круглосуточно. Вы можете приехать, не париться, купить сигареты, пиво, водку. Это укор тому, что в России теперь уже ночью водочку не купишь, просто так даже пиво ночью не купишь. Удачи!